мини-форс вперед! А? Вы кто, воры? Это мы, воры. Почему ты так говоришь? А как мы здесь оказались? А. Посмотри, они одинаковые. Забавно. Посмотри, они одинаковые. Забавно. Над чем вы смеетесь? Приветствую, братья-пингвины. Кто ты такой? Я ваш новый повелитель, и теперь вы выполняете только мои приказы. Повелитель? Я знаю таких воришек, как вы. Прикиньте сами, вы хотите сидеть в тюрьме за какое-то мелкое воровство или мечтаете стать самыми известными преступниками в мире. Я вознагражу вашу преданность невероятной силой. Невероятная сила? Звучит заманчиво. Стоять на месте, воришки! Что происходит? Хватит грабить людей, братья-пингвины! Они нас знают! Мы теперь знамениты! Они трансформировались, но по-прежнему ведут себя как дурачки. Это комплимент? Мне кажется, мы классные. У нас нет времени на автографы. Тяжело быть знаменитым. Тогда... А ну стойте! Должны ли мы их проучить? Во всяком случае, сперва надо представиться. Я король скорости Пенко. А я неуловимый вор Пинки. Мы близнецы, ставшие сильнее благодаря темной энергии. Мы больше не медлительные болваны. Болтливые пингвины. Я вам покажу. Пингвиноборды, бой! Где они? Эти воришки правда стали быстрее. Невероятная скорость. Подлый Паскаль, он усложнил нам задачу. Попробуй. Догони. Вам ни за что не поймать нас. Мы еще вас достанем и проучим. Победим вас оружием силы! Оружие силы! К бою! Меч силы! К бою! Лук силы! К бою! Ловкие какие! Да, они быстрые, но еще и легко уворачиваются. Я Пенко? Или я Пинки? Угадайте! Два негодяя! Пинки, Пенко! Пинки, Пенко! Какая разница, кто из вас кто? Мы поймаем вас обоих! Лук силы! К бою! К бою! Удар силы. Готовы? Готовы! Удар силы. Огонь! Есть!
Мы свалились. Какая стыдоба. Тогда используем это. Да, это. Пингвина-базука! Огонь! Осторожно! Все целы? Да. Да. Эти болтливые пингвины, они сбежали. Зато они оставили все награбленное в поезде. Эти мерзавцы, я достану их. Хе, они так и не поняли, что мы украли на самом деле. Именно, самое ценное. Нам удалось. Мы украли кое-что ценное. Пингвиноборды, сюда! Кто это такие? Подходите, дорогие пингвины. Вы славно постарались, но же отдайте мне добычу. Этому не бывать, Паскаль. Что это такое? Неужели команда Минифорс опустилась до воровства? Кто бы говорил, использовал пингвина в своих целях, негодяй! Ну и что такого, что воры занимаются воровством? Не тяните и атакуйте их! Отберите у них бриллиант! Выполняем! Пингвина-базука, огонь! Осторожно! Ах, вы мерзавцы! Ну как, понравилось? Вы двое. Долго будете позволять Паскалю управлять вами. Опомнитесь! Что, если мы скажем нет? Паскаль — наш предводитель. Пингвиноборды, сюда! Пингвина-базука, огонь! Я сейчас им покажу. Нам нужно применить оружие силы. Оружие силы к бою! Я сейчас покажу им, что такое настоящая скорость. Ты что вытворяешь? Команда, сейчас! Ой-ой-ой! Это еще не конец, назойливый мини-форс. Я наполню вас темной энергией! Пингвины стали гигантскими. Нам нужны наши машины. Машина силы. Запуск! Запуск!
Давайте атакуем их быстрыми ударами. Хорошо! Время пришло. Люси, комбо-атака. Поняла. У нас проблема. Энергия форс-ботов подходит к концу. И корпус слишком поврежден. Что нам теперь делать? Неужели это конец? Я понял. Макс и я объединимся. Сэмми и Люси, вы тоже. Хорошо. Мы сражаемся за справедливость. Форс-боты, объединиться! Теперь это будет стоящая битва. А, да уж, давайте. Это опасно. Нельзя терять ни минуты. Время для решающего удара. Поняли! Удар силы! Огонь! Форс-джет! Огненный вихрь! Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году.